С нами Мария Долгих, лидер команды Сидошор 13-0 из Нижнего Новгорода, которая только что победно завершила матч 3-1. Вы обыграли УГМК ОР, команду непростую, амбициозную. Мария, вы главная ударная сила, двачка. Расскажите, как складывался матч. Матч складывался, хотя по счету кажется, что достаточно легко, но это было вообще не так, потому что все девочки, они очень... Они молодые, во-первых, талантливые. Вот, для нашей команды, возможно, для кого-то не совсем удобные. Вот, поэтому не могу сказать, что и мои матчи были легко проходили. Даже по счету, хоть я и выиграла 3-1 и 3-0, но каждое очко мне давалось очень большим трудом. Ну, опыт сказался же, да? Ну, пока да. Пока, можно сказать, на опыте как-то получилось где-то обмануть, где-то перетерпеть, наверное, вот, но все равно это, я считаю, что очень важная для нас победа, потому что на прошлом туре, на первом туре мы им проиграли, вот, и сейчас мы взяли реванш, и это очень важно для нас, для нашей команды. Конечно, для общего зачета нужно же попадать в восьмерку, выходить в плей-офф, правильно? Мы будем очень стараться, если честно, у нас задача попасть в плей-офф, хотя... Если честно, мы, возможно, не рассчитывали, когда мы на первом туре выиграли, по-моему, только 2 матча из 7. Ну, это начало только было. Да, и сейчас мы идем, в принципе, на 6-7 месте. Вот, и я буду очень надеяться, что мы все-таки попадем в плей-офф и будем для этого прилагать все усилия. Ну, как говорится, вам опыта не занимать, характера тоже, уверенности, я думаю, у вас всегда есть. И я желаю вам, чтобы дальше у вас продолжалось все в таком же духе, быть лидером, давать каждый раз 2 очка. Ну, в общем, и попасть в восьмерку, выполнить свою задачу. Спасибо большое. Удачи. Спасибо.